Привет, дорогой мой странник, спасибо, что ты забрел в своих безутешных попытках найти хорошее прохождение по Bloodborne на этот... Господи, куда меня понесло? В общем, всем привет, мы продолжаем играть в Bloodborne, и после предыдущей серии прошло некоторое время, я немножко отдохнул, поэтому чувствую себя хорошо. Вот, мы с вами там достаточно неплохих результатов добились вроде как, да? Но между тем, перед серией я побегал немножко около последнего бонфайра, ну там, где вот эти вот вереволфы бегают, и поднакопил 10 тысяч душ, потому что нам уже давно пора купить этот ключ. И я считаю, что вот время-то пришло. Поэтому давайте мы возьмем медальон старшего охотника, потому что это ключ к воротам круглой площади, я даже знаю, где это. Вот, собственно, такие дела. И у нас остается еще некоторое количество душ, и среди прочего я хочу потратить озарение. Ну, вы знаете, озарение. Кто не знает, тот... Ну, озарение, господи, озарение. Мы с вами побывали в этом Птумерианском, по-моему, как он там, Птумерианский называется, он там, куда мы чашу вставили. Это было круто, мне понравилось. Короче говоря, тут заметил такую штуку. Тут, в принципе, много всего интересного, я думаю, в будущем будет. Но я увидел одежду Гаскойна. Я ее дико хочу, она была крутой. Как видите, вот она стоит одно озарение, три озарения, одно. То есть, за это тут продается. Давайте купим. Потому что мне реально этого хочется. У нее неплохие показатели, но мне просто из-за внешнего вида. Потому что это было реально круто. И наш отбойник, потому что я успел побегать и пофармить, он приколен. Он мне понравился. То есть, ну, не знаю, пока что нравится оружие. Надеюсь, в будущем разочаровывать не будет. Так, шляпа Гаскойна. Как видите, в целом оно получше. Видите, какие сопротивления против всего. Физическая защита, конечно, чуть-чуть похуже, но это ладно. Это мы переживем. Так. Еще там что-то насчет Гаскойна, кстати говоря. О, посмотрите. Я крут. У меня даже шарфик есть. Я теперь похож на этого, как его там звали, в улице разбитых фонарей. С длинным носом, который Лыков... Блин, как его звали-то? Не помню. Хорошо, у нас 4000 душ, и вместо того, чтобы поднять уровень, я, наверное, куплю себе... пузырьков крови, потому что мне этого хочется. Вот так вот. Все, и теперь, когда душ у нас нет и не страшно умирать, мы с вами пойдем вспоминать, где это... Это, по-моему, вот здесь где-то находится. Так, соборный округ. Да, вроде как оно. Короче говоря, помните, где там здоровяки ходили? Где-то там. Где-то там. В комментариях написали по поводу отца Гаскойна, что вот этот он, помните, оборотень был второй наш босс. Ну, сначала он был нормальным человеком, ну, таким, только бешеным немножко. А потом стал боссом, ой, господи, боссом, говорю, оборотнем, который начал нас дико сносить. Что можно было найти его дочку, которая дала бы нам какую-то шкатулку, которая его успокаивала. Не знал, честно скажу. Ну, как вы понимаете, это прохождение слепое, я стараюсь не пользоваться гайдами, потому что это... ну, очень сильно убьет интерес от очень многих моментов. Но, тем не менее, мне очень приятны ваши советы уже после того, как я пройду это место. Временами пишут полезные советы, которые мне пригодятся реально на месте. Не знаю, короче говоря. Самое главное, что мы эту загрузку забили, и все. Так, нам, в принципе, не сюда же. Нам, по-моему, не сюда, да. Здесь тоже, конечно, есть какие-то врата, но ладно, сейчас разберемся. Так, дяденька. Так, у меня пулик нет, кстати говоря, парировать не будем. Верни мою жизнь, пожалуйста, урода кусок. Я просто хочу проверить, что тут наверху, но нам, в принципе, в другую сторону. Просто хочу вспомнить, как оно... Так, там их, по-моему, два, поэтому лучше дождаться сначала одного. Да, я такой. Неплохая пуха, мне нравится. Чё дашь? Ртутные пули. Ок. Великолепно отпарировал. Ну, душу я себе верну, так что все норм. Так, эта дверь, насколько я понимаю, у нас не откроется, да? Ну да. По крайней мере, я поэкспериментировал немножко. Меня умиляют вот эти коляски кругом. И меня очень радует, что у них никого нет. Потому что, по-моему, это жесть какая-то. До свидания, вороны. Вон там оно где-то ходит. Ну, пойдем. Со здоровячками драться этим оружием будет достаточно затруднительно. Так, ты мне ничего нового не скажешь? Хорошо. Я, как видите, очень вежливый.
офигенное оружие. Очень нравится. Причем нравится больше силовой стиль. Ну, они оба тут, в принципе, силовые. Ой, ой, так, тихо-тихо. Спокойно, сейчас я передохну маленько, ты этот, не пыли. Скорость и при этом мощь очень неплохо бьет. Говорят, кстати, вот эти вот... то, что мне нужно для улучшения оружия дальнейшего, будет продаваться там, где вот эти вот чаши с озарениями. Теперь интересный вопрос, надо ли мне тебя бить? Наверное, надо, я еще не разыгрался сейчас. Алло. Ой, господи, какой ты страшный. Я подлечусь, пожалуй. Да пипец. Что с тобой, япона мать? Я мог, я не знаю, я... Зачем ты делаешь? Делаю лишнее. Да, так, ну душу надо вернуть, чувак. Видимо, уже нет. Хорошо, так, ладно. Подлечимся, чё. Мне не жалко. Туда мы не пойдем. Там у нас какая-то закрытая дверка, кстати, но я не помню, к чему она, зачем вообще. Здесь у нас никого нет. По-моему, вот эта дверь. Ну да. Хорошо, и у нас новая локация. И здесь я вижу сразу двое этих громозек ходят. Это будет любопытно. У-у-у, кого тут только нет. Так, а с той стороны? С той стороны что-то блестит. Мужчина. Кстати говоря, не пишите мне, как делать... Ого. Как делать бэкстеп, я знаю, я его делал уже. Допустим, вот так вот. Как удачно получилось. Только заговорил про бэкстеп, и сразу предоставил себе прекрасный момент. Очень сложно делать бэкстеп в этой игре. То есть нужно попасть за спину к противнику и после этого нанести ему заряженный удар. Тогда оно все произойдет. Заиграет та самая магия. Так, здесь есть еще что-нибудь, кроме тебя? Денька. Свежие мозги. Хотел сделать бэкстеп, но в последний момент подумал, что слишком рискованно, лучше так затуканить его. Хорошо, я просто не хочу пока идти туда к этим двум большим, что-то как-то они меня напрягают, честно говоря, поэтому... Давайте посмотрим, что тут есть. Густая холодная кровь. Это типа душ? Да. Причем много душ, походу, дадут, раз густая. Еще и холодная, вкуснятина какая. И тут то же самое. Так, а надо ли мне вообще с ними драться? Ну, по идее, надо, но... Пойдем тут посмотрим, что есть. Я сегодня как-то, не знаю, энергичен прям. Но это пока. Сейчас через 5 минут меня вломит, и я буду опять так... Жизнь-то плохая, плохая штука. Отравленный нож мы уже получили там в этом, в Тумериане. Блин, какая игра офигенная с точки зрения... Ну, вы поняли. Я 100 раз уже это говорил. Слышу и вижу тебя. Так, а там никого, да? Время для осквернения. Что? С милашкой обращайся аккуратно. Радуйте. During hunt, so if that's what you're here for, I'll leave you to your own devices. If that doesn't do it, come back in the morning, darling. Okay. Хорошо. Можно еще? Oh, might you know of a safe place? А, да-да, знаю. Please.
В часовню иду. Там странное чмо, но оно, по крайней мере, безвредное. Хорошо, дорогуша. Так, ладненько. Что я хотел сказать? Все говорят о том, что сейчас идет ночь, но на улице, как видите, светло. Причем в первых демонстрациях игры была именно ночь, и это очень странно. Кроме того, по ощущениям... О! По ощущениям графику слегка порезали. And step away from our castle. Ah, enough of you. What, you think this is funny? Well, I certainly don't, so be gone with you. I'll have nothing to do with your beast hunts. С кем ты там дерешься? Well, what's this two-bit? I heard you told that wench about some shelter. Well, she's a damn fool to trust in it, why? Well, her sort's probably just fixing to feed some of your coins. Слушай, ты так и сиди тут, ты что-то мне совсем разонравился. Короче, сиди тут и загнивай. Урода кусок. Ты посмотри, какой невежливый, это же ужас. Я ему хотел помощь принести. Ну и что, что я чужестранец? Нет, я хотел сделать. Так, вернитесь из жизни, пожалуйста. Ладно. Самое обычное. Это мне нравится. Это что там за звуки? А ты кто? Да блин, что-то... Воу! Хорошо. Ну вы знаете, да, наша традиция. Ты посмотри на него, это же пипец какой-то. Если погибаешь в начале серии, серия выйдет офигительная. Что-то я, блин, отвлекли еще, я минут 10 не играл. Позвонили по телефону и... Я уже забыл, как... Да, господи, что у меня за серия сегодня? Ладно, давай. Ну по той же методе, да? Погибаем. Не-не-не, не надо. Я тебя боюсь, поэтому лучше прекращай. Опасный противник, пипец. Ага. Я просто пробую, возможно, как-то можно и просто бэкстеп сделать, но это очень маловероятно. Похоже, что нет. Ну, то есть, потому что я знаю, нет. Я просто попробовал. Вот, вот, собственно. Где его... Deepest gratitude for the church and all they do for us. Deepest, widest gratitude. Yes. Yes. Что? Ты это что, наркоманы, что ли? Обколются своей марихуаной. Сокровище ждет впереди. О, спасибо. Вау-вау. Сокровище-то мое. Шляпа черной церкви. О, да. Только у меня есть костюм Гаскоина. Так, хорошо, и тебя я хотел бы отблагодарить. Молодца, большой молодца. Иначе я бы... Я бы туда даже не заглянул, наверное. Так, пока вроде спокойно, давайте посмотрим. Шляпа, очевидно, лучше. Мы ничего не теряем практически, кроме сопротивления безумию и чудовищности. Далее. Блин, а что я купил, если оно все так лучше? Лучше? Ну тут, в принципе, не знаю. Это я оставлю. Опять же, смотри. Ну, выглядит, надо сказать, тоже круто. Ладно, чем больше брони, тем лучше. Будем комбинировать под разных противников. Где-то там сопротивление одному лучше. Кто стрелял? Там рядом с тобой есть кто-нибудь еще? Да, походу, есть.
Praise you. Praise the old damn church. And best of luck, Gunton. Best luck of all. Ну там бухой, что ли, я не пойму. Дверь открой, говорю. Я бы на самом деле никому не открывал в такую ночь двери. Хорошо, отравленные ножи. Если я поначалу думал, что это какое-то оружие, то сейчас я склоняюсь к мнению, что это вещь, которую можно швырять. Так, вон один дяденька, вон второй. Наверняка еще и третий есть. Да твою мать, как ты меня попал-то, ну? Так, за мной идут уже, нет? Да-да-да, побежали. Так, хорошо, встретим их там, где по нам не палят. Твою-то мать! На, получи. Да блин! Реакция сегодня просто как у мангуста. Пишите письма. Да твою-то мать, все цепляет, смотри. Ага. Иди сюда. Не хочу драться с тобой на невыгодных условиях. Так, нашим легче. Меня больше всего беспокоит вон тот оборотень, который там. Оно вернется сейчас? Там, походу, что-то большое еще ходит. Господи, как я боюсь эту локацию. Рвануло, нет? Рвануло. Так, хорошо. А сейчас ты сдохнешь. Ты кто там? Что там такое? Да блин, бери ты, ну. Пузырьки крови, зашибись. Чем больше, тем лучше. Напряженненько что-то тут как-то. Постоянно ждешь какой-то лажи. Так, тут кто-то погиб, но мы не погибли. Значит, мы лучше этого кого-то. А может быть, он просто не разыгрался. Ктулху? Епона мать, я думаю, я от тебя отделался в Demon's Souls. Ты, может, спустишься ко мне? Эй, пи, чучело-мяучело. Да, походу, нет. Ктулху-тук. Кстати говоря, вы знаете, что вот эти вот ктулхаманы, то место, которое Лавкрафт указал в своих произведениях, как место, в котором покоится один из морских богов, оттуда на самом деле в 2004, по-моему, году был внезапный громкий звук очень мощной силы. И ни один из ученых не в силах объяснить это явление. То есть, что это было, никто не знает. Но все говорят, что этот звук был, ну, явно какой-то животный. То есть, как рык какой-то. Причем такой силы, какой никогда еще не слышали. Прикиньте? То есть, Ктулху жив. Ктулху жив. Погуглите насчет этого и напишите мне какой-то фейк там, как я не прав и тому подобное. Ну вы умеете, вы знаете, поэтому пишите. Просто подкинул интересную информацию. Ой, меня беспокоят эти двое дяденек там. В принципе, убить-то их можно, но нужно ли? Блин, там столько ништяков лежит. Потом. Это лифт? Это не лифт явно. Чё? Хранитель Бюргенверта сторожит ворота и требует пароль. Священное изречение главного собора. Не понял.
Что за пароль? Это все очень напоминает Анерлонда. Очень. Крупные пули. Ну, это так, чисто. Может, они смогут ко мне прибежать, но так, по ощущениям, не смогут. Какой смысл вообще всего этого пути, который я проделал? Только обойти этих двух здоровяков, но я их и так мог, в принципе, легко обойти, я думаю. Так, вся. Хорошо, тут подъем-то есть же, да? Да, подъем есть. Я сейчас посмотрю, возможно, я тут что-то упустил. Но в целом, короче говоря, мы здоровячков обошли. А, тут дверь закрыта. А, вон она что. И где-то там, вон рычаг. Так, дяденек поблизости нет, поэтому давайте сначала возьмем вот это. Густая холодная кровь набрали, ты сколько? О-о-о. Можно уровень прокачать, наверное, даже будет. Отлично. Только теперь они же пойдут сюда со всем своим трипером. Это будет проблема. Что там происходит, наверх? А, там еще один такой. Вау! Так, вы не могли бы? Да твою там мать! Не могли бы вернуть в моей жизни, товарищ урод? О, господи, у тебя-то что такое? Отлично! Ой, откуда у вас тут столько япона, мать? Иди сюда, сволочь! Пишите письма. Я в шоке просто. Я никогда не хотел ко мне подняться. Я к вам, потому что опускаться не хочу ни в коей мере. У вас там все больное какое-то. Давай, ну поднимись, ну ты же можешь. Подял. Смотри, что есть. Смотрел, ну задевай. Да? Ой. Как с вами сложно, не русскими. Не думайте, я сам не русский. Просто прикольное выражение. Без расизма. Больно, да? Больно? Просто мне эти отравленные ножи, они и даром не надо, поэтому потратим хоть сейчас, потому что мне не нравится это место. Так, а вот с тем надо будет что-то делать. Прощай. Ты был слабаком, не умел драться совершенно. О, господи, что я несу? Так, ладно, мне, наверное, надо пробежаться сзади. Раз у нас тут все открыто, то просто соберем эти штучки, которые тут имеют место быть, и потом пойдем дальше. Слушай, как к этому Ктулхе пришел, по-моему. Ктулха, ты где? А вот ты. Ты что-то какой-то жуткий Ктулха. Отпусти! Что такое? Вставай, 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 давай. Вставай, 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 вставай. Япона, мать! Офигеть! О, не мой день! Не мой день! Вы видели эту хрень? Эту хрень. Сегодняшняя серия будет полна боли. Я в шоке просто. Я просто в шоке, я не знаю. Это... Ой, блин, у меня же все сжалось внутри. Я сегодня вообще не подготовлен как-то к игре. Или игра стала сложнее. Но, скорее всего, просто у меня сегодня вместо пальцев клешни. Поэтому вот такое это происходит. Наверное, поэтому. Так, лучше надо вернуть. Не знаю, правда, почему. Ты мне их даешь. Так, ладно, не пытаемся парировать эту сволочь. Потому что...
Потому что это плохо кончится просто. Вот и все, что я хотел сказать. Получи костяной клинок шамана. Ок. Господи, вот эта штука вот так вот встала, и я подумал, что кто-то рядом со мной. Ну, спасибо, япона-мать. Как вы думаете, они ко мне смогут прибежать, или нет? О, отлично, я смогу улучшить свое оружие. Так, ну я, в принципе, 7000 душ. Норм. Еще кто-нибудь есть? Блестящие монетки. Ну, круто. Ах, куда я иду? Куда я, япона-мать, иду? Здесь какое-то место просто... Просто пипец. Мельница. Мельница — это то, что со мной сегодня происходит. Кто меня только не похавал. Так, ладно, здесь у нас спуск, который ведет куда-то туда. Там у нас, блин, что было около великанов. Пойдемте сюда с вами посмотрим. Я думал, тут просто закуток, в котором лежит что-то хорошее. Здесь вон а что. Так, а сколько у меня этих осколков самоцвета, кстати говоря? 2. Как раз, по-моему, 2 и нужно на одно улучшение. Сегодняшняя серия, в общем, у нас про боль. Про боль, страдания. Понятно, пароль надо где-то найти. Угу, хорошо. Но по крайней мере хорошо, что меня сюда не пускают. Потому что я не люблю, когда у меня много путей, по которым можно пойти. Я люблю ясность. Типа, вот нужно идти туда. Я такой, хорошо, шеф, сделаем. А то, что у нас здесь происходит, это какое-то огромное количество развилок. Нет, не нравится, это меня пугает. Я мимоходом. Блестяшка. Спасибо. О, еще что-то есть, смотри. Не психуй. Все будет нормально. Она вернется. Знание безумца, ну вы поняли, это полезная вещь. Тихо, отпрыгивай. Ой-ой-ой, я про тебя забыл, собака. Да твою мать, что со мной сегодня? Почему клешни? Так, хорошо, сейчас. Сейчас, секунду, ребята, у меня... Ау. Мне нужно прийти в себя маленько. Что-то, короче, я не знаю. Я сегодня не я. Или я. Или я всегда такой. Отлично. Попал. Да, япона-мать, ты прекратишь прыгать уже, нет? Я знаю, я иду на размен. Это очень глупо, я знаю. Господи, какие напряги здесь, это пипец. Реально напряжное место. Да и пона мать, наводись ты на нее. Так, хорошо, там у нас чувырла с косой, которого стоит бояться. Что-то я прям боюсь туда идти, мне страшно. Да-да-да, блин, япона-мать. Да ты посмотри на него. Че я вас боюсь? Вы же, в принципе, я 100 раз уже убивал. А я прям так боюсь. Главное не парировать вас, потому что... Что, ну его нафиг.
что, кошмарит, да? Кошмарит? Так, это у последний. Ну, просто чтобы забыть про них уже. И рассчитывать на тактику. А не на всякое там. Вот. Так, ладно. Ночь волшебна. Да, ночь просто волшебная. Мать, сколько путей. Ой, господи. Простите, я мимоходом. Я не хотел. Так, ладно, иди в болото. Я не хочу с тобой драться. Я хочу куда-нибудь добраться уже. Ах, куда я иду? Что происходит? Вы знаете, у меня ощущение, что мы к какому-то срезу пришли. А, тут был вот откуда вход. А чё я его не видел? Потому что это я, наверное. Ага, понял. Так, вот эту дверь мы открываем, и я знаю где. И у нас офигенный срез. То есть, здесь, как вы видите, стоит вот этот дяденька. И почему-то у него жизни мало, кстати говоря. Он один меня заметил, это хорошо, потому что рядом с ним еще один стоит. Давай сюда. Ладно, без бэкстеба. Без дабстеба. Да, вам сложно сделать. Короче говоря, давайте на этом, наверное, пока дальше не пойдем. Сейчас мы с вами пойдем улучшим свою пушку. Ну, в смысле, ну вы поняли. Почему я называю это пушкой, я не могу сказать. Честно скажу, затрудняюсь. Просто сдохни, сволочуга. Так, тут ворона еще. Ворона, давай. Вот так вот под самый конец возвращаются силы. Что-то я сегодня всю серию какой-то расклеенный бегал. Но, в принципе, убивали всех. Ну, сколько раз мы погибли? Ктулху это вообще, это просто личная любовь. Настолько крутой. Я не знаю, вы видели у него в итоге изо рта какая хрень вылезла? По-моему, это было круто. Короче говоря, сейчас мы улучшим свой... отбойный молоток. Или молот может улучшить. Нет, я уже к отбойному молотку в принципе привык. Он достаточно быстрый и при этом неплохо дамажит. А сейчас будет дамажить еще лучше. Единственное, что меня в нем удручает, это то, что он бьет совсем недалеко. Совсем-совсем недалеко. А в остальном, в принципе, хорошее оружие. Мне нравится. Так, усовершенствовать оружие. Подожди. Забиватель кольев. На тебя нужно... Три штуки, у меня есть две. А, понятно. Ну ладно, хорошо. У меня что-то я ничего лучше не подбирал. Ну, кстати говоря, подбирал. Наверное, лучше вот это. Так, хорошо. Чинить что-нибудь надо, кстати говоря. Ну, уже неплохо так поломалось. Давайте починим. Ой. Молот, меч тоже. И пойдем уже купим себе нормальное ружье. Потому что этот пистолет, он что-то как-то так. Я к нему привык, конечно. Его можно улучшать, тогда он будет хороший. Но... не. Мушкетон охотника. Магазинный пистолет. Магазинный пистолет обычно используется охотники церкви исцеления, собранные из металлических частей. Магазинный пистолет делает два выстрела за раз, тем самым это мне не подходит. Так. Повреждения. Повреждения, конечно, неплохие, да? Может, с мушкетоном? Мушкетон, в принципе, начальный. Не знаю, но это по два выстрела, это пипец, это же какой расход будет. Ладно, я, наверное, ничего покупать не буду тогда, что-то, короче... разочаровался в этом деле. Лучше потрачу эти души на поднятие уровня. Well. Так, хорошо, давай. Нам с тобой хватит на два уровня.
Мы с тобой сейчас сделаем следующее. Так? Нет, на два не хватит. Но вообще хватит. Так. Farewell, may you... Да, перч. Сейчас мы густую кровь используем. Вот такой вот. Использовать несколько. Одна. Одна дает сразу 1200. Так мы можем сразу много поднять, но я пока не буду. Я пока еще... Может, там в будущем что-то вылезет такое, что будет хорошо. Так, нам, в принципе, нужна жизненная сила. Стойкость у нас уже очень неплохо. Ну, это и выносливость, само собой. Ловкость... Черт его знает. Наверное, вот так вот сделаем. Хотя, лучше так. Как-то так. 27 уровень уже. Неплохо. Так, ну что, давайте на этом заканчивать. Сегодняшняя серия у нас была какой-то такой, пока я там разыгрался, уже, собственно, серия закончилась. Но при этом мы добились нескольких срезов, нашли место, где можно будет сказать пароль, и завтра двинемся уже... Или там в понедельник, когда эта серия вышла. У меня же по воскресеньям видео не уходит, просто, ну, потому что мне тоже нужно отдыхать, я не робот. Короче говоря, в следующей серии мы с вами двинемся дальше к этим большим дяденькам и посмотрим, что они смогут нам предложить. Пока что я их, честно, до усрачки боюсь. Но, как бы там ни было, это все будет в следующей серии. Мы с вами неплохо справились, по-моему, неплохо. Как бы там ни было, с вами был Артур. Увидимся, всего хорошего, всем пока.